вы понимаете, что если родиться вот в Советском Союзе, ты родился там в 1932 году, ты ничего не знаешь, то тут чего ты знаешь, что уже происходило, то это самая Вторая мировая война уже была просто буквально не то что на пороге, а она уже была дома. Вот. А гражданская только-только-только прошла, только. Там, с отцом вообще разговаривать невозможно, он вообще ни одного слова правды не говорил. Просто работал где-то работал на железной дороге, потом работал оружейником, а потом попал на Первую мировую войну. Художники ему, конечно, никакие не были нужны, вообще, тем более в семье. Поэтому я для него был просто какой-то в общем, неправильный ребенок, конечно, неправильным делом занимается. Его любимый был художник, Нелбандян и так далее. В общем, все, кто писали там портреты вождей и так далее. Все. Да, это мы куда-то с бабушкой куда-то направляемся. Она меня куда-то за собой таскала. Это там, тут вот я, это бабушка. А таскать ей особо некуда было, она таскала в церковь. Бабушка, обратила внимание, что я рисую. Чего не важно, что я там рисовал. Там были, как у всех детей, зарисованы стены, там вот двери, все это было. Вот. И она мне все время говорит, давай рисуй, рисуй, рисуй. Ну, я с удовольствием рисовал. Мне не было за спиной лагеря, у меня была, допустим, когда-то армия. Но этого было достаточно, даже когда я учился в школе. Мне все, чтобы я вот учил, делал уроки, а я учился или очень хорошо, или очень плохо. То есть не учился. Я или учился, или не учился. Если я не хотел учиться, я мог прогулять целый год в школу. Мама даже не знала, то потом она обязала, ухваталась вообще. Все, и тут же я превращался в такого... в этому самому негодяя и так далее. Вот. А я ходил по Москве тогда и рассматривал тоже всякие дома там снаружи, как они выглядят. Ходил в музеи, которые еще уже во время войны все-таки открылись. И что, в библиотеки, в читальные залы по всей Москве. Не просто прогуливал. Иногда копил деньги для того, чтобы посмотреть какой-то хороший фильм. Я любил рисовать на земле, потому что, в общем, у нас там заводской был двор. На Бауманской там механический завод был, двор был в железе, а железо лежало листами. Везде были разбросаны эти самые чугунные эти бавланки, короче, для мин было. И рисовать-то можно было чем угодно. Если нет мила, берешь кусок карбида, который у тебя в руках разваливается. Ну, просто как какой-то творог или сыр там какой-то. Вот. И начинаешь этим голыми руками размазывать его там по железу. А потом находишь какие-то огрызки там вот которые оставляли сварщики от свечи. Этим огрызком дальше начинаешь рисовать. Потом этим же самым карбидом где-нибудь по стене. Но потом, когда он все-таки сказал, ну ладно, давай показывай, говорит. Ну, я так раскрываю папку так только. Он так заглянул и сказал, ну он даже не стал смотреть, что? О, да тебе никто, нигде, никогда, никакой работы не даст. Ну, папку закрыл и ушел.
мучил. Потом я хохотал до самого дома, пока шел. Ну, вот тут я, когда пришел домой, я Динке и сказал, я говорю, знаешь, Дин, давай найди какого-нибудь родственника где-нибудь за границей. Ну вот, давай уедем отсюда. Потому что я уже больше не, я уже 14 лет хожу по издательству. И никакой работы нет, денег никаких нет, работать все равно я ничего не могу. Если я там не смогу работать, ну, значит, это же такая судьба. Мое было желание уехать, не Динкино. Ну, уехали. Конечно, мы переживали, что мы уезжаем. Было обидно. Просто обидно было. Мы не ощущали себя какими-то там героями, там, или какими-то там, совершили какой-то там очень правильный поступок. Наоборот, мы плакали, почему мы должны уезжать из своей страны. А и сейчас вот я бы, наверное, себя презирал бы, если не вернулся. Ну, потому что здесь много того, без чего я просто жить не могу. Вот есть какие-то моменты здесь, вот, ну, не знаю, ну, там язык, природа, там, ну, хотя я ее не вижу почти. Вот. Ну, деревья. Там. Потом там здесь даже небо другое, потому что в Англии там это остров, поэтому Атлантический океан близко, рядом. Поэтому я на своей там даже работе, когда писал, мне так писал, вот, река Явос с этой стороны, а Атлантический океан с этой стороны. Приехал, сразу стал рисовать. Даже в этом в Австрии там нас привезли какой-то лагерь для, в общем, перемещенных лиц. Ну, там ты приехал, ну, из рифленого такого железа, оцинкованного. И, ну, как казарма, в общем-то, такая. Вот, колючая проволока, там, ну, блокпост с овчарками. И вот это такое было такое странное ощущение. Вот. Ну, слава богу, что это было недолго. Потом, значит, мы, значит, сказали, что мы хотим остаться в Европе. Мне же ведь не разрешили взять ни одной работы с собой, когда мы уезжали. Я уехал без всего. А кому эти работы остались? А у друзей. Поэтому они сохранились. Частично взяли, Пушкинский музей взял там сразу. Вот, а, ну, они не могли все взять. Показывать их не надо было. Нельзя. Я накопил их такую груду, что мне пришлось их потом сжигать. Никому не мог оставить их. Вот их я сжигал. Сжигал вот в мастерской у Андрея Красулина. У него труба была хорошая, бывшая котельная. Он мне сказал, что я из его мастерской сделал крематорий. Это привозил, и мы в эту мастерскую, потом с Динкой мы сжигали на пустыре, сейчас скажу где, Химки Ховрина. Там был не пустырь, там был овраг огромный. Там, где фестивальные где-то, и там еще там такой овраг такой, глубокий-глубокий. Вот мы там с Динкой, уже снег был, вот мы с Динкой жгли, когда набирали просто мешки такие с рулонами, папки, туда спускались вниз во враг. Там я разводил такой костер, ну, мял это все. Иногда просто так клал. Красиво они горели, хорошие рисунки. Даже там была и сухая игла была. Все. Вот. И афорты и так далее. А потом, когда шли обратно на автобусную остановку, так черный пепел на нас садился так сверху, как черный снег такой. Ну, такой, как самоубийство такое. В Вене было очень холодно, просто вот психологически очень холодно. Вот какая-то там мертвость была такая. Тем более до культуры мы добраться не можем никак. Для этого надо пожить. Как-то приобщиться и так далее, потом язык надо
как-то набрать в достаточном объеме. Вот, а не на уровне там вот там switch on или switch off. Включил, выключил. Вот. Короче говоря, такая проблема была тоже. Понятно. Ну там мы недолго были, поэтому как-то избавились от Австрии и оказались в Риме. Ну, удивительно, конечно. Просто удивительно. Ну, там ощущается вот какая-то. Вот там, да, там очень ощущался, причем не только в самом Риме, а вот когда уже выезжаешь за город куда-то такой, к морю. Я не приехал с пятиконечными звездами, серпами, молотами, с Хрущевым, там, Брежневым, там, Лениным, Сталиным, там, вот этой, такой вот, в общем, со всей этой советской власти, а с какими-то там рисунками, какие-то интерьеры, какие-то там, что-то там происходит непонятно. Это что, это вы рисуете? Это что, это ваша работа? А вы не читали Матрёнин двор там, там с Солженицыным? Я говорю, ну, я обычно говорил, что не читал. Если даже читал, таким людям я говорю, не читал. Потому что там как бы спрашивали, например, вы ходили в церковь? Там? Я говорю, никогда. Ну что я буду ему говорить, что я ходил в церковь? Они даже не поверят мне. Потому что они уже составили сами свое представление обо мне. Тем более я русский, зачем я уехал? Они думали вообще, что я, наверное, то они даже так предполагали. Да съели меня, заведи. Думали, что меня подослали для того, чтобы отстрелять их всех. Ну, в общем так. Потому что я говорил то, что думал. Современное искусство в этот момент, когда вот мы приехали, оно было очень любопытное. Оно любопытное было тем, даже своим политическим манифестом. А перед этим где-то такое, по-моему, это было начало 70-х годов, был какой-то конгресс, на котором, помимо всяких других вопросов политических и идеологических, они говорили о искусстве. И там было объявлено, что живопись, это буржуазная, значит, короче, да, она не нужна массам, а массам необходимо только перформанс и еще концептуальное искусство. Поэтому, когда мы приехали в Англию, там нас еще поразило то, что почему-то все ездят в китайской униформе на велосипедах. Молодежь. И вообще в китайской униформе. И сразу же в первую неделю я обратил внимание, что Лондон, он как будто его только-только разбомбили. Он был такой. Это фотографии из окна нашей кухни. Нашей кухни. А у нас дом, который нам дали, только вот не отвалилась вот эта часть. А крыша была, вся лежала на лестницах, вот так вниз. И наш дом был меньше, чем вот этот. Он был вот так, вот такой вот. То есть это был ground floor, first and second. Все. Здесь вот это совсем не было, значит, крыши, так. Ну, в общем, вот лондонская крыша, вот она, London roof, вот сюда. Она, значит, вся сваливается туда, внутрь. Вот это вот, в общем, вот так. От стены до стены. Одна идет каминная стена для двух зданий соседних. Это разделяющие, вот разделяющие. Это вот и называется terrace houses. И крыши могут течь откуда угодно, начиная с трещин в трубе, до самого низа. Так как эта пристройка, она легче всего отваливалась, потому что между кирпичами там ничего не было, там была пыль. Вот такие дома муниципалитет давал художникам, писателям, поэтам, чтобы они могли временно там жить. Эти художники, это не бездомные, которые бродили по улицам, а те, кто окончил там колледжи. Большинство из них из очень хороших даже семей. Потому что, чтобы учиться в какой-нибудь частной школе, чтобы родители платили большие деньги. Это ребята.
Потом это был уже британский авангард. Они все были такими. Когда мы приехали, только что такое 23 британских художника жили на средства со своих работ. 23. Их можно легко пересчитать. Начиная там с Генри Мура, Барбары Хепфорд, там Бен Никольсон, там Дэвид Хакни, Ричард Хамильтон. А то, что было в Москве до этого, оно как будто бы осталось сзади, без оглядки, а стояло перед тобой. В общем, ты как будто ты все сзади, а ты все продолжаешь видеть сквозь. Вот все, что было, ты сквозь это все видишь. Весь этот самый 75-й год, начиная вот с русского Рождества, я ничего не мог делать, я перестал как-то. Потом не на чем было работать, почти не работал, ничего не делал. Но очень тосковал о том, что я очень хочу. Живопись было делать невозможно по той простой причине, что нужны огромные деньги. Или надо идти, а мне в это время уже было 42 года, 42, 43 и так далее. Так, набираются годы быстро. Идти куда-то такое вроде бы учиться, как будто под видом того, что приходишь учиться, начинаешь там писать. Они там дешево предоставляют, в общем, пользоваться разными красками, там, какими-то другими материалами. Обычно там в колледже там завозят для студентов. У меня была такая мысль. Но я подумал, что нет, это не нужно. Почему? Потому что мне нужно... Я не могу влиться в их коллектив, который параллельно весь политизирован. А это как представил, ну что, я приду к ним, каждый дурак будет мне это говорить, что это вот предатель социализма и революции. В спину будут говорить, они не будут прямо говорить, прямо они будут улыбаться. Hello. Nice day today, isn't it? Ну что, в таком духе что-нибудь будет мне говорить, я должен тоже ему говорить. Что-то в этом духе. Вот. И вообще терпеть их или еще что-то такое. А я не смогу терпеть. Я помню, нет, этот вариант отпадает. Я уехал в Италию. Пригласила какая-то студия в Генуе. По-моему, называлась она «Иль Пунто». Ну, не важно. В общем, короче говоря, я приехал туда. А галерист говорит, все очень дорого, и вот вы мне сделайте вот одну какую-нибудь гравюру, она просто не смотрит даже ни на что, она ничего, я ей ничего не показываю, потому что я говорил, что у меня работы нет, я хочу сделать новую работу. Вот, она говорит, чтобы новую работу сделать, очень дорого, все, бумага дорогая, материал дорогой, там, студия дорогая вообще, там что-то такое. Я ей говорю, а где же тогда, как мне сейчас обратно до вокзала дойти? Она говорит, вот так. Я говорю, хорошо, ладно. Можно я от вас позвоню моему приятелю, он под Миланом, там, в Кассано? Она говорит, это так тоже дорого. Я говорю, ну мне-то надо куда-то ехать. Я не стал ей говорить, что у меня не было денег на обратный билет даже. Только я приехал сюда и больше никуда. Ну вот я, значит, это... Ну, короче говоря, она все-таки, я ей дал телефон, она ему позвонила, за нее зацепилась, дает мне трубку. С ним я мог говорить по-итальянски. Он меня понимал, слушал внимательно и догадывался просто даже по нескольким слогам, что я хочу сказать. Ну, в общем, он мне тоже говорит, денег нет. А сам он меня приглашал. Денег нет, ничего нет, работы нет. Вообще, короче, приезжай. Ну, значит, я говорю, ладно, сейчас приеду. То есть это не так далеко от Генуи до Милана. В общем-то, было не так. В общем, на вокзал купил билет и посмотрел, что у меня денег совсем немного. Ну, до Милана можно еще доехать. Ну и вот, и когда я ехал в этом вагоне,
в вагонах этого, в одном из вагонов этого поезда, а он идет так вот, виляет там в Альпах, и, в общем, там, это, в общем, там получается так, он как-то шел, этот поезд, через какие-то туннели, а дверь открывается в поезде спокойно. Там дети там сидят, там где-то куда-то, они за какую-то школу куда-то еще едут. Там все, в общем, у них все весело, все в порядке. А у меня такой камень на душе, ну вот, куда я еду, зачем. Ну вот я обратил внимание, что дверь открывается, и думаю, так, у меня на обратный путь билетов нет. Я выпрыгнул в туннеле, и все. Ну вот, и когда я уже приехал в Милан, потом узнал, как доехать до Кассана, на каком трамвае надо доехать до автобуса, потом, значит, на автобусе до Кассана, приехал, уже был вечер. Ну, я иду через там площадь такая, я уже был до этого там, в 74-м году. Площадь, прихожу, иду там, уже маленькая улица, названия такие, вот там, Леонардо да Винчи, там, Вио Микеланджело. Вообще все это очень так забавно, очень так очень замечательно. И этот Лючано увидел меня из бара, наш выскочил, говорит, Олег, все, ну, привет, здорово. Я ему говорю по-итальянски, я говорю, мы можем прямо сразу начать работать. Он говорит, да, говорит, конечно, говорит, давай. Ну вот мы заходим, у меня материала нет, у меня есть старые литографские доски, их можно перевернуть. Ну, мы посмотрели с ним, говорит, давай, я говорю. Вот, я взял с собой вот ножницы по металлу. Вот эти ножницы. Вот с этим инструментом я эмигрировал на Запад. Московские еще ножницы, я их все время с собой возил. Такие простые такие. Ну вот. И, значит, он мне дает доски, я их накромсал, ну, так разложил так, на столе. Разложил, значит, их. Цинк очень хороший, так немножко вот, его потер там, чуть-чуть. Вот. И взял иглу, и вот первую работу я сделал на звук иглы. Просто на звук ее. Я ее делал так, как будто я сам себя резал. Просто. Вот мне хотелось мне самого себя просто исполосовать. Просто убить. Нахрен. Еще были, знаешь, такие моменты, когда, например, там, ну, были какие-то моменты, они очень радовались каждому взрыву какому-нибудь, когда там ирландцы что-нибудь взрывали. Они, это интеллектуалы, кому-нибудь угрохали там, и так далее. Но они были в полном восторге. Они в полном восторге, все друг друга поздравляли и так далее. Вообще, все. Вот. Мне это было до лампочки, все это их радости. Даже помню, когда советские вошли в Афганистан, соседка пришла к нам, прибежала поздравлять, что наконец-то афганская женщина сняла чадру. Я говорю, ну она в Советском Союзе чадру не сняла и никогда не снимет. Как они могут снять чадру в Афганистане? Кого-то. Динка плакала, например, когда вошли в Афганистан. Мы закрыли двери, перестали открывать кому бы то ни было, здороваться с ними. Вообще перестали просто, проходили мимо. Просто мы проходили уже мимо, не обращали на них внимания. Потому что это бесполезно было разговаривать с ними. Все. Вот. А я тем временем стал уходить все больше и больше в себя. Когда я начал все это рисовать,
Я не очень отдавал отчет, что я делаю. Но там была какая-то смесь. А с одной стороны, я вот видел перед собой вот этот какой-то очень... Хотя в работах этого не видно абсолютно ничего. То есть я рисовал как будто бы окно. А и окно это перечеркивалось. Вроде все простая вещь. Все это происходило по-разному. В разных вариантах. Окно, в общем, это глаз или глаза. Вот. Все, что ты видишь сквозь эти свои окна вперед. Все зачеркивал. Я пока там был вот эти вот все, полтора месяца, вот эти все окна, только они шли в разных вариантах. И главное дело, что они сложились в такую какую-то серию огромную. Часто выставки состояли из того, что просто на машинке напечатан какой-то текст. Например, какого-нибудь там митинга. Не важно, кто это были. Троцкисты, маоисты, сталинисты, ленинцы, бухаринцы. И потом, значит, или, например, там какие-нибудь там, ну, какие-то митинги где-то там в Бразилии, какой-то компартии. И вот там написано, что такое. Это все эти бумажки наклеены на стенки. Стоит пишущая машинка. К ней этот баллон с газом. И там поджигают там это. И горят фитили такие. Зрителей никаких. Они нас считали предателями социализма и революции. Читали цитатники Мао Цзэдуна. Это мы когда приехали. Так что мы были... на хорошем у них счету. Но, тем не менее, им нравились мои работы. Потом, когда мы их вешали, надо было повесить уже в Лондоне, в этой галерее. Это было в воскресенье, кажется. А на улице, перед окнами, значит, перед окном, вернее, такое большое, такое окно, одно окно было довольно большое. Там местные жители, значит, друг друга размазывают какие-то такие красочные такие какие-то торты в роже суют друг друга и колотят там. Это у них такая игра. Сначала, значит, поставили столы, на них какие-то тарелки, наложили какие-то торты. Ну, торт. Один торт, другой торт. Там все собрались. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. И взяли и пошли. Вот. И стали еще бросать к нам в окна. Туда. Мы не обращаем внимания, мы продолжаем там все. Сверлим дырки, там, куратор, там, он мне говорит, мне все показывал на них и говорил, stupid people! Мало того, что я там рисовал просто эти острова британские, это одно. А когда ты там оказался, то ты, в общем-то, попал... такую глубокую человеческую цивилизацию, о которой ты не имеешь никакого представления. И вот я тогда, когда Женя сказал, что я не буду ничего рисовать, но тоже. Вот так, потому что я сам себе не поверю, что я рисую. Надо было здесь родиться 500 лет тому назад. Там, может быть, я что-то еще что-то такое понял бы. Поэтому я когда смотрю, например, я всегда не верил туристическим зарисовкам. И никогда не был туристом. И отказывался от всяких, если предлагали, там, командировку куда-то такое. Вот. А ты, говорит, съезди вот туда-то, съезди сюда-то, съезди сюда-то. Я обычно говорил так, или если предлагали там куда-нибудь там съездить в Венгрию, там, в Чехословакию, я говорю, ну там, где наши были танки, я туда не поеду. Вообще. А там, если на восток, я говорю, ну я родился здесь, я все-таки европеец, ну что я туда приеду? На месяц? Там ничего, там не пойму ничего. А потом зачем мне? За экзотикой? Мне вот этот вот тут вот, напротив меня тут какой-то такой маленький пейзаж такой небольшой. Тут с ним надо еще разобраться, что к чему.
Ну, а дальше были какие-то совместные выставки с британскими художниками. Это было очень важно все-таки тоже, ну, для меня. Причем не я для этого сам лично ничего не делал. Просто вот после той вот выставки, которая была в 76-м, там, вот стоит вот такой вот, это Акма галерея. Ну, там приходили все. То есть, когда говорят, мы придем все, это значит, там приходит там арт-кансел, кураторы музеев и художники. Толпы никакой нет. Посторонних вообще никогда, ни на каких выставках никогда не было. Никакой народ никуда не ходит вообще там. Ну, не ходит. Сейчас ходит в Нью Тейт. Из-за того, что это огромное пространство, огромное помещение. Может идти туда с семьями. Там есть рестораны, комнаты, всякие отдыха. Там. Детям там забавно, они могут смотреть и то, и все, и это. И все это на уровне такого детского сада для взрослых. Все-таки вот этот материал обладает сопротивлением своим. Вот это. По нему игла идет нелегко. А мне нужно, чтобы она не шла легко. Мне нужно, чтобы она нелегко шла. Это не первым нарисовать. Вот. Для меня чем больше, лес, мне легче. Потому что я, по крайней мере, могу вот так держать. Я тогда я могу скрести в одном направлении, в другом. Для того, чтобы там что-то начать жить, там тоже надо было ломать вот там что-то. Мы должны были сломать перегородки между комнат, потом подставить под общую такую балку, вот, чтобы освободить пространство, чтобы там сделать студию, чтобы можно было там рисовать и там же спать. Вот мы так и сделали. А потом мы там клали вместе с соседями, этим, тоже британские художники. Нам привезли, значит, на каждый дом так, по рельсу. Причем все было замерено точно, и чтобы их положить на пол кирпича. А стены сами сделаны из кирпичей, между которыми вообще ничего уже нет. Там песок. Ты же можешь было разобрать вообще спокойно все эти стены, весь этот дом, без всего, без кувак, без лома, без фумича. Просто так вот. Вот мы, значит, клали вот эти балки. И так мы спали. Крыша лежит на этой балке. Причем балка сгнила, прогнила. Одна так, а другая висела так. Короче говоря, ее так как-то на болтах как-то ее там прицепили, надстроили. Все это текло все время посередине, стояли у нас эти самые всякие ведра. От того, что туалеты были все на улице, то на рынке продавали всякие там эти параши, горшки, иногда такие декоративные огромные чайники, такие, нормальный чайник. Там ярко-красного цвета такой, все, с ручкой, его под кровать. А вообще обычно просто вот эти, такие вот. Вот там у нас фотографии, там Динка сидит за столом, там что-то вяжет, а стоит там ведро, это туалет. Содрать все до кирпичей, потому что там газеты многослойные, там 30-х годов, пол тоже самое заложен, там ковры, а под коврами еще тоже бумага, газета, потому что холодно. Ну, одинарные окна, вот эти, Саш. Вот, камины, они не греют, только можем стоять рядом, вот так вот повернуться, погреться. Так. Все, для нас это было, с одной стороны, необычно, но вспоминалось что-то, военное время, там еще какое-то. В жару тоже, ну, душа никакого не было, и вообще ни у кого, в общем-то, не было там в это время. Ну, в очень богатых домах там было,
приезжал, когда Никита, у нас был Никита Кривошеин, жаловался, что уж жарко, ну, что ж быть, как, вот, что-то надо как-то помыться. Я говорю, иди вниз, а это там был, это был другой дом в Вест-Энде, полуподвал, вот там, где полуподвал, а я, значит, сверху кухни была, иди туда, и сейчас я тебя буду поливать. И, значит, я набирал воду и просто ему так надо. Он был в полном восторге. Вот, там голый стоял, там ему наплевать было на соседей, там так, так далее. И нам тоже. Ну, в общем-то, он был очень доволен. Он все просил, еще, еще. Вот эти все такие необходимые контакты с тем, что вот с этим жильем, через там кирпичи, там стены, камин, все прочее. Тут, ну, вот таким образом ты начинал вживаться и как почувствовал, что ты как будто бы там даже родился или мог бы родиться там. Вот. И тогда уже стало жить легче. Динка собирала какие-то травы, всякие лекарственные. Она набрала где-то каких-то трав и развесили в пристройке, он там вот внизу. Почувствовали, что что-то начинается, что-то такое невообразимое. Какие-то шумы, что-то, какая-то нервность, мурашки по коже бегают, все прочее. Потом Динка стала, читала английские справочники, значит, вот, про травы, и нашла, что одна из трав, она изгоняет привидений. Ну, Динка пошла, извинилась, мне даже сейчас, я сейчас вспоминаю это, извинилась, собрали все травы, все выбросили. Ну, во всяком случае, неважно, внушили ли мы это себе, поверили ли, ну, в то, что мы себе внушили. Оно было вполне, ну, такое friendly. То есть, такой как-то ну, в общем, не зловредные. Дымы были чудные, поэтому так все сошло. Когда начинаешь это все вспоминать, в то время икон было мало. Я имею в виду вот в то время, когда вот, ну, вот мое поколение, мы начинали. А современного искусства никакого не было. Слышал про какой-то черный квадрат, а что это такое, никогда не посетил, даже не знал. Когда увидел, не очень удивился. В Лондоне увидел, не очень удивился. Вот. Жаль, как сделано вообще, все это как-то, ну, это все понятно. Вот. Значение тоже было понятно, вот значение всего этого такого события, тоже все это было понятно. Но видишь, когда до этого, например, выставки оригинальные, ну, выставки не просто репродукции, ты видишь выставку там Брака и Пикассо. Здорово. Вообще интересно. Потом следующий еще кто-то и так далее. А голова начинает тоже пухнуть в эту сторону. Вот, начинаешь думать и понимаешь, что это надо перескочить. Вот надо быстрее пройти, как можно быстрее, по-своему идти туда, через это. Надо, все понятно, но надо идти дальше.
Вот. А куда дальше? Дальше только вот, ну, опять же, само себя, никуда еще дальше. Само себя. Для меня даже вот этот станок, то, что он здесь стоит, это для меня было самым главным, чтобы станок стоял в доме, который запрещен властью. Вот просто, он запрещен. А я хочу делать эту самую гравюру о Фортле тоже, не только Рембрандт, но и я хочу. Хотя я не Рембрандт, но вот хочу. Вот, тем более я люблю это, мне нравится. Ужасно нравится. Сейчас вот глаза вот уже старые, ты так не видишь. А вот даже так, вблизи нужно очки одевать, все. А тогда ты острое зрение, ты мог вот на таком клочке там, ну, там все изобразить, похуй знает, там нарисовать там и там, ну, что. Вот, потом это был вот театр внутри тебя самого, там живешь, ты делаешь, создаешь свой мир. Ну, там в нем живешь, обитаешь, все. А иногда эти фантазии оттуда вылетают, они на тебя идут в реальность, и ты хочешь и здесь быть таким же. Я себя не очень-то считал человеком 20 века, уж не говоря про нынешний. Я как-то больше ощущал себя человеком какого-то прошлого, 19 века. Поэтому у меня нет там знамен, пятиконечных звезд, там, серпов и молотов, ничего этого нет. Как будто мимо меня это все прошло, помимо меня, а мне это не очень коснулось. Что было вот в этом самом пейзаже, вот в московском, который я рисовал? Одни рисовали пейзажи, просто пейзажи. Накапливались какие-то отдельные пейзажи. Такой пейзаж, этот пейзаж, это вот ему нравится там-то писать, там-то, там-то, там-то. А этому вот нравится это, или там вот модель такая-то, модель такая-то. А мне было просто интересно вот видеть вот... У нас передо мной тополи, все, что с ним происходит. Если у него там ломалась какая-то веточка, для меня это уже был конец света. Такая была красивая веточка, ее сейчас нет. Потом, потому что я все это рисовал, но без всякого натурализма. В Лондоне зимой, там где я работал, там также был холм, как сейчас здесь. Я работал вот так вот, и мне нужны были баньки. И окна одинарные, потом дверь в этот самый... Бакдор, в сад. А, ну, там все, щели и так далее. В общем, холодно. Тесно, холодно и сыро. И подпол был всегда сырой. Ну, я когда их увидел, первое, что я их стал, вот просто так взял, нарисовал кисти быстрыми, потому что они такие красивые были. Там еще был один двор, вот это совсем, в общем, такой, ну, совсем такой заводской такой момент. То есть это тоже делалось в 80-м году. Ну, это говорит о том, что вот какая-то странная ностальгия была, она не такая ностальгия, когда ты начинаешь, может быть, там, по поводу этого, там, в общем, переживать, волноваться, там еще. Нет, совершенно, абсолютно нет. Но это визуальная ностальгия. Вот то, в общем, что окружало. Потому что, ну, Лондон город как город. Ну, тоже, в общем-то, чужой город, к нему надо было еще привыкнуть. И любая форма, которая там была, ты не знаешь, ты понимаешь, откуда она, ты понимаешь ее назначение. Но вот саму историю возникновения вот именно этой формы надо было это где-то иметь уже от своих предков, там, не знаю, там, которые жили на этой земле. Ну, 1000 лет или 2000 лет. Ты понимаешь, что ты транзитный пассажир здесь. Чтобы понять это все, времени не будет у тебя никогда. Тебе не хватит. У тебя корней здесь нет.
То есть ты не как вот эти шагающие по снегу деревья, которые выросли, а корнями ушли в землю далеко. Вот они идут по снегу, но корни у них там. Мы вернулись в очень трудное время. И для себя, и, в общем-то, и для России тоже. Не очень хорошее время, трудное. Всегда, когда вот эти вот такие моменты, они такие непонятные. Вот. А нам было очень трудно это по нескольким обстоятельствам. Одно это, этот дом все равно рушился. Денег у нас не было, чтобы что-то купить или там что-то такое где-то снять. Там. Ничего этого не было. С галереями никогда нельзя на них быть в надежде, что это навсегда. Поэтому я с самого начала говорил, это случай. Это просто какой-то непонятный случай. С чего это они вдруг стали делать мои выставки? Чего это они показывают? Это лопнет скоро, потому что все прекратится, как у всех. Все вещи-то исчезнет. Вот. Ну, она так долго не исчезала и, в общем-то, совсем-то не исчезла, потому что работы там уже живут, своей жизнью там где-то такое. Вот. А мы уже здорово подустали. Мы остались... Сын уехал. Вообще как-то... Тоже нам как-то было очень одиноко. И там болезнь, вот Динкина, ну, так первый, когда я сделал операцию, она нам подсказала, что надо еще решить, где нам кости свои сложить. А предложения были, нам, в общем, не должны были уже такой дом давать по площади, а могли дать только на двух стариков однокомнатную комнатенку. А что мы там в ней будем делать? Это значит, опять надо все уничтожать. Я позвонил, помню, Ксении Владимировне Безминовой. Я говорю, Ксения, я говорю, как сделать, чтобы работу вам отправить? Я говорит, поговорю с Антоновой, и там, Антонова поговорила там, вот этот культурный атташе, они там приехали к нам, сказали, говорит, упакуйте, напишите там только список, сколько работ там, и так далее, какую-то цену назначьте на них, и мы отправим через посольство. Ну, они так и сделали. Отправили на адрес центр, Горбачевский центр, оттуда Бажанов, Ксения Владимировна и кто там был из Третьяковки, по-моему, это была... Оксана была. Ну, в общем, это вот в основном, мы там взяли эти работы и все. А остальные оказались в Америке, оказались в колледж, это Дюк университет. Надо успеть что-то сделать. Это самое главное. Сейчас то же самое. Вот этот вопрос у меня самое главное сейчас. Вот успеть что-то сделать. Я бы хотел бы, но вот я не могу сейчас. Почему? Да потому, поэтому и так далее. Потому что то, что было сделано, ты смотришь, ну, это было сделано, а у тебя постоянный голод, ты хочешь еще сделать. Это не просто ты нарисовал, а ты утолил себя, как бы там напиться там, воды там. А так вообще, сейчас самый главный вопрос – успеть.